переживал очень сильно, да, опять же, в эту ситуацию, но судя по тому, что там творится, ну, не помочь тоже нельзя, мое мнение. Поэтому, если как бы, ну, Россия решила помочь, я считаю, что, наверное, может быть, это и какой-то где-то и правильный шаг, может быть, и нужно помочь. Здесь, так, вы понимаете, здесь очень тонкие моменты политические. Нам, обычному народу, понять... Как-то это, знаете, очень сложно. Здесь же очень глубоко все копают, и здесь все это все всемирная вся паутина это. Но на мой взгляд, допустим, да, я не знаю, я бы тоже помог бы, наверное. Поэтому я считаю, что помочь надо людям, потому что ну, там надо реально люди бегут, просто бегут дети, все это как это все смотреть. А кто еще тогда будет помогать? Ну раз уж Россия взялась, тогда пусть поможет, потому что все-таки большинство граждан кто, у кого проблемы, у обычных людей там. Дети, бабушки, люди. Ну, это ж надо как-то, чтобы прекратилось. Вот и все. Поэтому, на мой взгляд, хоть я даже, да, не слежу сильно за этой ситуацией, я считаю, что правильно, что мы помогаем, потому что нужно помогать людям, которые в беде. Вот и все.